балкон выхожу я с утра. Ах, какая сверху тут красота! Будто кто-то все на свете цвета Бабаусунова собрал. Над Иваново солнце встает, по двору идет оранжевый кот. У его в этом годе приплод, аж сразу семеро котят. Вот автобуса сверкнуло окно, пассажиры как цветное кино. Вмиг расходятся по корпусам, облачившись в белое. Погружаюсь я на дно ванную, ощущаю я себя как в раю. И Наташка направляет струю на больную, на ногу. И куда б ты ни бросил свой взгляд, всюду клумбы красотою манят. И журчащий под окном водопад мне колыбельную споет. Этот кот ухмыляется мне, он-то знает, что опять по весне Бабаусунова будет приплод в 10 рыженьких котят.